Всем приветик! Мы сегодня приехали в Урзуф. Сейчас пойдем к морю. Сегодня 27 мая. Время 11:30. Сейчас пойдем к морю. Пансионат Урзуф закрыт еще. Неизвестно, даже откроется он в этом году или нет. Цветет сирень. Отцветает. Вон вход в пансионат Урзуф. Все закрыто. Тихо, спокойно. Пахнет елочками. Дует легкий ветерок. Столовая. Вот это административный корпус белый, синим и зеленым. И наконец-то виднеется море. Мы в этом году первый раз приехали на море.
прогулялись по морю. Восемнадцатый корпус. Ветерок, поэтому волны. Здесь впереди валки. Мне нравится пляж пансионата Урзук, потому что здесь навесы, какие-никакие, но навесы, лавочки. Пляж немного грязный, его не чистят, потому что отдыхающих. Вообще никого нет. Еще, правда, сезон начался. Водичка прохладная. О, сразу такая холодненькая. Есть водоросли в воде. Когда постоял, немножко привыкаешь, и ну, такая нормальная вода. Но как бы купаться, не знаю, рискнули я или нет. Ну, как постоял, уже немножко привык. Нормально. В принципе, можно и покупаться. И девушка ноги. В принципе, можно искупнуться. Такая уж она и холодная. Пляжи тоже пустые.
этот запах моря. Сейчас еще пройдусь вдоль пляжа. Красный, этот шум моря.
возле моря более ветрено, здесь вообще ветра почти нет. Под навесами. Раздевалки. И вот синяя тоже. И вот он, туалет. Женский, с другой стороны мужской. Детская площадка. Сейчас хочу пройтись к буревестнику. Лагерь, который находится рядом с пансионатом Урзу. Я надеюсь, вы тоже хотите туда заглянуть хотя бы, если нас туда не пустят. Наверное, он закрыт. Ну, хотят глянуть одним глазком. Нет, ворота открыты. Слышала, что в этом году, наверное, не откроется.
Вот так лагерь выглядит 27 мая. Я думаю, многие соскучились, любители лагеря «Буревестник». Я тут иду как шпион. Душ. Пройти к морю. Может, поддержите лайками, подписывайтесь на канал, буду еще снимать, мотивируйте меня к этому. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч, пока-пока!